Здравствуйте, меня зовут Гост Игорь Степанович. Я представляю Житомирскую областную общественную организацию «Поколение новой эры». В нашей организации мы занимаемся с детьми, как обыкновенными, так и с детьми с отставанием в физическом и умственном развитии. В нашем Центре развития ребенка мы распространяем передовые методики развития и воспитания детей. Особо волнуют нас вопросы, касающиеся морального облика наших детей и их духовного развития. Участие в конференции считаю для себя очень значимым и важным. И надеюсь встретить единомышленников. Пусть это будет пару человек, которым не безразлично будущее наших детей, их духовное развитие и моральный облик, которые смогут поделиться своими формами, способами, методами работы с детьми. Вопросы самоорганизации, работы с детьми, как с родителями, общественными организациями, преподавательским составом учебных заведений. Я благодарю вас. Спасибо.